День народного единства стал первым праздником, который многие самарцы отметили на свежеотремонтированной площади Куйбышева. Здесь весь день работали интерактивные и творческие площадки. Особой популярностью пользуются темы футбола и космоса. Наибольшее внимание самарцев привлекла центральная экспозиция на площади Куйбышева. Здесь макеты своей продукции представил ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России». День народного единства, да, и наше предприятие поддерживает праздник, представило продукцию для горожан. Здесь представлены ракеты-носители, которые, как уже известны в мире, «Союз пилотируем», «Союз-2». Еще одним центром притяжения стала выставка «Самара-2018». Для всех желающих с утра до вечера проводились виртуальные экскурсии на строящийся стадион. Также кураторы рассказывали о славных страницах истории нашей губернии. Я считаю, что это очень хороший праздник, потому что объединяет многие народы. И вообще слово «единство» – это отличное слово, которое символизирует очень много в нашей стране для наших людей. Всего по подсчетам организаторов праздничных мероприятий в Самаре приняли участие около 15 тысяч человек. На самой большой площади Европы с Днем народного единства поздравил временно исполняющий обязанности губернатора области Дмитрий Азаров. В этот день мы вспоминаем то, что нас объединяет. Наша родная земля, наших друзей, наших близких, наши духовные ценности, наши традиции, нашу культуру. Все это формирует единство российской нации, многонационального народа нашей страны. Это достижение не только России, но и нашей самарской земли. Здесь всегда люди жили в мире и согласии, представляя разные этносы, разные конфессии. Мы объединялись и вместе побеждали. Завершились торжества на площади Куйбышева грандиозным концертом.